Время present continuous. Настоящее длительное. Это время также называют настоящее продолженное. И используется оно в английском языке, когда мы говорим о действиях, которые происходят прямо сейчас. Right now. For example, например, I'm working. I'm not watching TV. Я работаю прямо сейчас. I'm not watching TV. Я не смотрю телевизор. Здесь именно подразумевается, что прямо сейчас я работаю, я не смотрю телевизор. I'm working, I am not watching TV. She is sleeping, она спит прямо сейчас. And he is listening to music, а он слушает музыку. We are cooking dinner, то есть прямо сейчас мы готовим ужин. They are going home. Они идут домой. Что они сейчас делают? Где они? They are going home. Они идут домой. Прямо сейчас. It is raining. Прямо сейчас идет дождь. It's raining. Также мы используем это время, когда говорим про действия, которые происходят не прямо в данную секунду, но в данный период нашей жизни. Например, сегодня, today, на этой неделе, this week, или в этом месяце, this month. Например, for example, I'm reading a really good book at the moment. В данный момент я читаю очень хорошую книгу. То есть, я, возможно, не читаю ее прямо в эту секунду, но в этот период времени, да, прямо сейчас, может быть, на этой неделе или в этом месяце, я читаю очень хорошую книгу. She is learning Italian. Она изучает итальянский. Возможно, она не изучает его прямо в эту секунду, но в этот период жизни ей необходим итальянский, и она его изучает. She is learning Italian. They are building their own house. Они строят свой собственный дом. Опять-таки в этот период времени. А теперь давайте посмотрим видео с Опрой Уинфри. Take responsibility. Возьмите ответственность. You are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time. You are responsible for your life. Вы ответственны за свою жизнь. And if you're sitting around, и если вы рассиживаетесь без дела, waiting on somebody to save you, ожидая, что кто-то вас спасет, to fix you, или исправит вас, to even help you, или даже поможет вам, you are wasting your time. Вы тратите свое время впустую. Because only you have the power to take responsibility to move your life forward. Потому что только у вас есть сила взять ответственность, чтобы продвинуть свою жизнь вперед. Обратите внимание на выделенные слова. If you are sitting around, это как раз-таки время present continuous. То есть, если вы прямо в данный момент или в данный период жизни, да, вы сидите без дела и ждете, что кто-то вас спасет, you are wasting your time, то в данный период времени сейчас вы просто тратите свое время впустую. You are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time. А теперь давайте рассмотрим, как образуется время present continuous. Для этого нам понадобятся личные формы глагола to be, am, is, are, и смысловой глагол, то есть главный глагол предложения с инговым окончанием, с окончанием ing. Например, for example, I am working, то есть я работаю. You are working, ты работаешь или вы работаете. We are working, мы работаем. They are working, они работают прямо сейчас.
В данном случае глагол to be am, is, are выступает как вспомогательный, то есть он помогает смысловому глаголу составить время present continuous, и он указывает как раз-таки на действие, которое происходит прямо сейчас. He is working. Он работает прямо сейчас. She is working. Она работает сейчас. It is working. Это работает сейчас. А теперь давайте рассмотрим, как мы составляем отрицательные предложения в present continuous, чтобы сказать, что я или кто-то другой что-то не делает. Для этого нам понадобится отрицательная частица not, которую мы добавляем к вспомогательному глаголу to be. Am, is, are. И у нас получается следующее. I am not working. Я не работаю прямо сейчас. You are not, или сокращенно aren't, working. Ты не работаешь. We aren't working. Мы не работаем прямо сейчас. They aren't working. Они не работают сейчас. They aren't working. He isn't. Isn't – это сокращение от is not. He isn't working right now. Он не работает прямо сейчас. She isn't working. Она не работает прямо сейчас. It isn't working. Это не работает прямо сейчас. И для того, чтобы составить вопросительное предложение в present continuous, нам нужно поставить вспомогательный глагол to be, am, is, are, перед подлежащим. S – это у нас обозначение subject, подлежащее. То есть перед главным действующим лицом в предложении. Например, for example, am I working? Я работаю, задаем мы себе вопрос. Are you working? Ты работаешь прямо сейчас. Are we working? Мы работаем. Are they working? Они работают. Is he working? Он работает. Is she working? Она работает. Is it working? Это работает. Давайте рассмотрим еще один пример вопросов present continuous. So what are we waiting for? What are we waiting for? Чего мы ждем? What are you waiting for? Чего вы ждете? What am I waiting for? Чего жду я? So what are we waiting for?